Здравствуйте, меня зовут Надежда Рыжова. В следующей лекции мы с вами поговорим об отчетах заказчиков по 223 федеральному закону и об отчетах государственных и муниципальных заказчиков в рамках закона о контрактной системе. Поговорим о ежемесячных отчетах, о ежегодных отчетах, в том числе и для тех и других заказчиков, о правилах и сроках формирования и размещения отчетов, о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства. Смотрите на видеоконсультанта.